Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Лилия Донскова. Я рада всех вас видеть. Вернее, я вас не вижу, но вы меня видите. Я все равно всем вам очень рада. Сегодня я с вами поговорю о топ-10 из каталога Oriflame номер 10. Все логично, 10 топов, 10 каталог. Что-то я заболталась. Так, и звонит будильник. Отмену нажму. Все, продолжаем. Ладно, давайте начнем сначала. Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова. Сегодня у нас будет обзор топовых продуктов из каталога номер 10, и их будет всего 10 продуктов. Как видите, я их закладываю такими закладочками специальными, липкими. Вы можете тоже приобрести такие клейкие вот ленточки, их продают в любом товарном магазине, и делать такие закладочки для своих клиентов. То есть если вы раздаете 10 каталогов или 20, не обязательно делать именно 10 закладок, сделайте хотя бы 3 акцентных закладочки для того, чтобы зацепить клиента. Это очень важно, потому что бывает такое, что люди, получив каталог, не всегда даже его успевают открыть, посмотреть, или забывают, или что-то. А именно вот яркие закладочки, они привлекут внимание. А что это здесь? Почему вот именно здесь вот эта закладочка? То есть это маленький якорек. Итак, давайте смотреть, что я для вас приготовила. У меня, конечно, сейчас нет всех продуктов, потому что кое-что я выбрала из новинок каталога, но то, что я знаю, я вам обязательно про них расскажу. Просто я думаю, что эти продукты будут популярные и будут пользоваться спросом. Итак, первая закладка у меня на моей любимой туши. Это тушь The One 5 в 1. Я обожаю эту тушь, хотя есть у нас очень достойные альтернативы в Oriflame. В принципе, туши классные, многие хвалят. Кто-то больше любит одну тушь, кто-то другую, кто-то третью. У меня, например, дочка обожает тушь термостойкую. Ей нравится, что ее просто снять вот так вот теплой водичкой, и нет никаких темных кругов панды. А я люблю именно эту тушь. Вот так она будет выглядеть. Это ее первая оригинальная упаковка. Иногда она выходит у нас в праздничном дизайне, в зеленом, в красном, в черном цвете. И сейчас это будет самый оригинальный дизайн. На картинке кисточка розовая, то есть если тушь отмыть, то она будет действительно розовая. Очень удобная щеточка силиконовая, она запатентована компанией Oriflame. Чем эта щетка удобнее всех других? Для меня, например. Смотрите, с одной стороны, у нее абсолютно коротенькие щетинки, еле заметные. По бокам нет щетинок, а с другой стороны удлиненные, и тушь как бы слегка выглядит изогнутой за счет того, что верхние щетинки начинают с коротких, потом как бы окружность идет более высокие и опять становятся коротенькие. Чем эта кисть удобная? Когда мы красим, сначала начинаем красить прикорневую часть ресничек. И благодаря тому, что эта часть очень короткая, не затрагивается слизистая часть глаза, не вызывает раздражение. У меня глаза очень чувствительные, иногда они бывают красные, то есть они реагируют на пыль, на тополиный пух. Если у меня тени попадают в глаза, у меня они сразу краснеют, очень чувствительный глаз. Поэтому эта кисточка, она идеальная для тех, у кого глаза глубоко посаженные или чувствительные. То есть вот она поможет избежать контакта со слизистой. Потом я переворачиваю, опять набираю тушь, и пока сильно не засохла, то есть не надо давать слоям подсохнуть, наоборот, вот быстро я переворачиваю длинной стороной и начинаю наращивать, и поворачиваю чуть бочком, приподнимаю реснички, фиксирую, они укладываются веером, то есть они вот так прям стоят такие тун-тун-тун-тун, а пахало получается классное. Во-первых, реснички все прочесанные, тоненькие, длинные, в то же время пушистые, то есть они не становятся как лапки паучьи. Вот для меня это идеальная тушь. Потом очень удобно внизу сделать прокрашивание. Я делаю обычно 3 слоя. Получаются супер классные такие опахалистые реснички. Далее, о чем я буду говорить с клиентами, это витамины. Наши витамины Wellness в отдельной баночке получается выгодно. 60 таблеток 1159 рублей всего. А без скидки цена почти 2000. То есть огромная, огромная скидка, огромное классное предложение. Что мы обычно делаем? Мы такие вот баночки заказываем родителям. Практика показывает, что пожилым людям очень как бы трудно пить сразу горстями эти
витамины, они в них не всегда верят, то что эти там капсул куча-куча. Вот это мои родители такие. И когда я им даю баночки и говорю: так, курс надо пропить каждый день обязательно, то есть 2 месяца вы пьете не прерываясь, вот тогда они слушаются и пьют. А wellness pack у них вот просто стоит и стоит. Если я звоню их прям доканываю: пейте, 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 тогда они пьют. В общем-то, и wellness pack он достаточно дорогой, не каждый человек может позволить, а витамины хотят пить все, поэтому цена чуть больше 1000 рублей, она многих устраивает, поэтому часто бывает на wellness легче заказы именно вот в отдельной упаковочке, чем на целый wellness pack. Обычно я не отмечаю странички с ароматами, но тут я не удержалась. Это у нас full moon, мужской и женский full moon. Смотрите, как это выглядит. У меня нет этих ароматов, но я их знаю, потому что эта коллекция уже была несколько лет назад в каталоге Oriflame. Мужской и женский. Почему я отметила эту коллекцию? Во-первых, мне нравится то, что это парный аромат. Многие именно ищут, чтобы был, да, там инь-янь, чтобы было подобрано все это, сгармонизировано, чтобы мы друг друга дополняли, чтобы наши отношения становились еще крепче, еще влюбленнее, еще ярче. Вот поэтому я считаю, что вот эту серию надо предлагать, именно молодежь будет просто в восторге от этой серии, то что это красивый дизайн, то есть рядом будут стоять 2 похожих флакончика, мужской более такой мужественный, более высокий, женский чуть поменьше, в женском 30 миллилитров и тут 30, но выглядит они чуть-чуть по-разному, женский чуть сплюснутый, мужской более квадратный. Вот смотрите, это красиво, это классно и удобно, можно потереть страничку и тут и тут и вдохнуть чудесный аромат, который, кстати, будет здорово слышаться на теле летом. Вот поэтому я его отметила и думаю, что будут на него заказы и у вас тоже. Далее совсем недорогой продукт, это необычная такая детокс маска для лица, которая гарантирует нам, да, что она почистит наши поры летом. Вау, как же с кожей тяжело летом, особенно когда жара, когда палит солнце, а хочется хорошо выглядеть, и я все равно наношу тональную основу. Вы представляете, у меня такого 100 лет не было, у меня вылез тут прыщик и вот тут. Я сейчас активно мажу эмульсией нашей новой, вот второй раз сегодня намазала, надеюсь, что быстро они пройдут у меня. Так вот, нужно почистить поры, и тут что удобно: первый шаг и второй шаг, все просто. Первый шаг, он разогревает кожу, его надо нанести, помассировать и смыть через 3 минутки. Второй слой мы держим 10 минут и он должен вот как раз почистить, то есть первый расширяет поры, а второй вытаскивает всю грязь, и надо подержать 10 минут и тоже смыть. И кстати, смывайте лучше какими-нибудь губками специальными или спонжами, потому что маска будет плотно сидеть на коже, и просто смыть водой ее будет очень-очень трудно, просто пальчиками. То есть обязательно возьмите какие-нибудь вот сопутствующие продукты, которые я вот, например, обычно беру желтый вот этот наш спонж губчатый. Мне очень нравится, как он убирает все вот эти глиняные и такие вот плотные маски. Вот что еще, давайте посмотрим, я обязательно возьму таких масок. Я отметила серию, новую серию осветляющую, она у нас называется, сейчас правильно, Essentials, Fairness Essentials, такое название, фиг выговоришь, придумали бы что-то попроще. Ну окей, чем эта серия хороша? Во-первых, ее ценовая политика, очень доступные цены. Второе, то что серия постепенно осветляет кожу. Сейчас после того, как все мы позагорали, побегали под солнышком, кто-то забывал мазаться кремами, кто-то не пользовался ими совершенно, естественно, да, кожа могла пострадать, и большая часть людей, сейчас наблюдая просто вот за людьми, стали пятнистые, как маленькие леопардики новорожденные. Вот, и хочется убрать эти пятна, естественно. Поэтому вот эту серию, я думаю, что ее будут брать с удовольствием, потому что она помогает осветлить вот эту пигментацию нежелательную. Дальше я отметила серию Королевский бархат. Кстати, я сейчас как раз только сегодня последнюю каплю выдавила из крема для глаз, и я сейчас вам прям про него расскажу все подробно. Я до этого много лет уже пользовалась серии Collagen Novage,
Там крем такой, знаете, он жиденький, легкий, он легко распределяется по коже. Этот же крем, он прям крем, он густющий такой, жирненький. И сначала мне это не очень понравилось, и я стала ставить эксперимент. То есть я на один глаз стала носить только этот крем, на другой свой коллаген, который у меня был как раз новый тюбик, я его открыла, думаю, ради эксперимента попробую. И знаете, вот по нанесению реальный коллаген лучше, легче, легко, но этот жирнее и классно питает. И я могу сказать, что этот крем ничем не хуже коллагена, он также здорово разглаживает морщины, укрепил кожу. Вот я им пропользовалась, мне кажется, больше 3 месяцев, потому что у него такой, ну, мне кажется, я им долго очень пользуюсь, даже не помню, когда я его открыла. Обычно у меня как-то раз-раз-раз, и тюбики я освобождаю. Этот же у меня долго играл. И я довольна результатом, поэтому я его как-нибудь обязательно повторю. Сейчас я уже начну сегодня пользоваться коллагеном на оба глаза. Ну, как вы видите, если вы видите, камера достаточно близко стоит, то что особой разницы в коже, вот такой, чтобы там как-то веки, да, где-то опустились, или что, в общем-то, глаза немножко асимметричные, конечно, но в любом случае я не вижу того, что, например, вау, с коллагеном вон оно как, а здесь не так. Нет, все хорошо, классный очень крем, рекомендую, цена на него просто шикарнейшая. Сейчас скажу, для век 499 рублей, да это же халява просто. А если у вас есть скидка 20%, то это будет всего 400 рублей. 400 рублей за такой клевый классный крем. И тут же на этой страничке ночной крем Королевский бархат. Я им тоже сейчас пользуюсь. Остальное у меня все коллаген. Да, коллаген дневной тоже, кстати, заканчивается. Очищение тоже все коллаген. И смотрите, он нежно-сиреневого цвета, он бесподобно красивый, он так вкусно пахнет, он прям вот вкусный. И я просто беру эту баночку каждый вечер с таким кайфом. Вот я считаю, что это важно, когда баночки тоже красивые, не просто, да, там, ну, пластиковый какой-то флакон, а это красиво, это стекло, она тяжелая, она такая увесистая. И я себя реально чувствую королевой красоты, я не могу просто взять так намазать и пойти. Я вот прям его наношу как драгоценность на кожу, кайфую. Кстати, это тоже важно, если вы хотите, чтобы ваша кожа лучше выглядела, то вы понимаете, что кожа состоит из клеток, а клетки, они живые. И если вы будете говорить себе, какая я красивая, как я благодарю тебя, боженька, за то, что ты мне такую кожу красивую дал, или вселенная, да, просто я благодарна за то, что у меня такая красивая, такая классная, упругая, гладкая, девичья кожа, вы знаете, как будто бы клетки слышат, и они реально молодые. Я не знаю, может быть, это и есть моя фишка, почему кожа хорошо так выглядит без вмешательства косметологов, каких-то инъекций и так далее, и так далее. Я просто пользуюсь вполне доступными, 599 рублей в каталоге. Чуть больше 400 крем будет со скидкой. Да это же, ну, кайф. Девчонки, я рекомендую, если вам 40+, или, например, многие спрашивают, а можно ли раньше? Можно. Можно плюс там 3, то есть минус там 3-4-5 лет можно, если вы чувствуете, что вашей коже надо больше, да, если вы чувствуете, что она стрессирована. Например, люди, которые живут в деревне и в городе, у них совершенно по-разному будет кожа проживать свою жизнь. В деревне воздух свежее, стрессов меньше, питание лучше, вода чище. У нас в городе, кто живет, естественно, этого нет, поэтому можно и раньше начинать. Если вы видите, что кожа просит, берите и пользуйтесь, ничего не бойтесь. Гидрофильное масло. Я его тоже отметила, оно будет со скидкой, и оно мне очень-очень нравится. Единственное, что мне не понравилось, это очищать макияж с глаз, но очищать кожу мне нравится. Опять же, когда я начала им пользоваться, было еще холодно, и я даже им одним могла пользоваться без потом очищения дополнительного. Я использую Novage гель-тоник.
я могла им пользоваться одним и было хорошо, там несколько дней им пользуюсь, потом гель-тоником еще умоюсь, но когда стала жара, я поняла, что нет, слишком жирно. Ну и конечно рекомендуется его как двойной уход, то есть это первое очищение, то есть мы очищаем с массажем, да, массируем, очищаем, наносим сначала на сухую кожу, распределяем его, массируем, потом вводим воду пальчиками, просто мочим пальчики, вспениваем, то есть он становится беленьким таким пенкой, и потом смываем. Ну и делаем второе очищение. Очень крутое масло, тем более что это как бы от корейцев пришло, да, от азиатов, это очень очень крутой уход, у них всегда этот уход, он многослойный, не так как у нас, но мне понравилось, то есть когда он у меня закончится, я опять повторно закажу. Я считаю, что надо баловать кожу максимально максимально мощно. Так, дальше что я отметила: обновляющий пилинг для лица. Вы знаете, заметьте, в этот раз у меня такие необычная подборка, но я так горда, то что в нашей компании есть вот такой вот пилинг, это у меня уже второй флакон, всего 699 рублей. Девочки, заходите на сайт косметических салонов, посмотрите, сколько стоит сделать пилинг. Там, ну, не дешево, не 699 рублей точно, здесь 100 миллилитров. Наносить нужно толстеньким слоем на ночь после этапа очищения на 20 минут. Он не высыхает намертво, он, то есть в нем нет никаких механических частичек, это обновляющий пилинг, гладенький, то есть он нежненько уберет всю мертвую кожу, и когда вы смоете его, вы увидите просто сияние лица, это такой кайф. Но опять же, если вы, например, знаете, что вы завтра пойдете загорать, то не делайте на ночь его, не надо, то есть все-таки надо понимать, что кожа обнажится максимально, и если вы сразу солнце дадите, да, будет какой-то ожог, ну неприятный для кожи, может вылезти и пигментация, то есть не надо так стрессировать кожу, все делаем аккуратненько, нежненько, с любовью, потому что это наше лицо, это не одежда, его нельзя поменять вот так вот легко, да, надо, как говорится, заботиться о коже с молоду и постоянно. И отметила страничку, конечно, я не могла пройти мимо этой странички, это наша любимая серия Feel Good, вернее нашей семьи любимая серия, я обожаю все в этой серии, эти гели, эти муссы, у меня сейчас в ходу 3 геля сразу, этот только выстрел, еще даже не открыла, этим пользуемся, и сливовый, я его не взяла, на него вода попала и там водичка лилась. Смотрите, вот эти огромные флаконы 200 миллилитров, очень долгоиграющий, он хоть и жидкий этот гель, он будет жиже, чем серия, например, Discovery или Love Nature, он будет чуть пожиже, но он не менее пенный, то есть его не надо лить много, то есть это обманчивое впечатление, что он жидкий, за счет того, что здесь натуральные эфирные масла, они разжижают консистенцию немножечко, но это такой аромат, это такой кайф купаться вот этими продуктами. А вот от мусса можно просто получить оргазм, вот просто это такой кайф им купаться, вот этот мусс, единственное, он быстрее заканчивается, чем гель, но удовольствие от него больше, вот эта вот густая ароматная пена, которая обволакивает все тело, и просто вот стоишь, вот кайфуешь, как эти пузырьки лопаются на твоей коже, и вау, просто, я не знаю, это экстаз. И также мне нравится этот аромат, такой легкий, сливовый, он такой летний, он, кстати, у меня сейчас в любимчиках. Ах, я люблю этот аромат именно летом, вот он такой, его хочется вдыхать и вдыхать, и он не надоедает, он не напрягает, но переусердствовать тоже не надо, он не шибко стойкий, он, извините, 379 рублей цена аромата, конечно, он не будет к вам, не прилипнет на неделю, нет, он легкий, он невесомый, он летний, он такой, чтобы не утяжелять, не усложнять нам отношения с другими людьми, потому что согласитесь, если вы заходите, например, в транспорт или в какую-то организацию, а там кто-то надушенный, сногсшибательным, убийственным, например, Giordani Gold, да, то просто можно потерять сознание. Этот аромат, он просто будет как легкий ветерок дополнять вот ваш образ, и все, легкой такой неземной ноткой. А что-то еще я отметила, еще одна закладочка, 10-я, да, шампуни. Я не знаю как вы, а я люблю шампуни, и чтобы их было побольше и побольше, я взяла флакон
просто показать, как выглядит. Вот здесь 250 миллилитров, 250, а в этих будет 400, то есть на 150 миллилитров будет больше. Ценник всего 319 рублей, очень хорошая цена. Большой объем, очень концентрированный шампунь, приятные ароматы. Что нужно говорить о них клиентам? Что вы должны знать? Что у них очень маленький расход. И если вы по привычке бухнете себе целую ладошку и нанесете на волосы, вы просто не сможете промыть. Это профессиональная серия Hair X. У нее очень небольшой расход. Очень правильно нужно вспенить на руке, перенести пенку на волосы, вспенить на мокрых волосах, смыть два раза. Иногда, вернее, зачастую я делаю сначала какой-то, беру шампунь очищающий, например, серия Love Nature, просто чтобы смыть жир, грязь, пыль, а потом делаю вот этот уход, потому что это уход, такой классный, суперский уход. Ну, опять же, мы рекомендуем, тут несколько страничек с большими объемами, я вам рекомендую на них тоже вот обращать внимание, потому что здесь мои любимые крема для рук, для ног, гель для душа, шампунь. То есть здесь очень классное предложение до конца каталога, просто вот все странички можно было обклеить этими закладочками. Но я вот выбрала в этот раз шампунь, потому что я от него просто балдею. Я беру себе разные, то один, то другой. Я очень люблю стимулирующий, восстанавливающий, разглаживающий. Я давно не брала для окрашенных волос, у меня как-то еще из старой серии я брала, мне что-то он не понравился, мне казалось, он сильно утяжеленный, утяжеляет волосы, они у меня все-таки густые достаточно, и получается, что их прижимает как бы, а мне нравится, чтобы вот немножечко объемчик стоял. А вот со всеми другими у меня классное впечатление, хороший объем, все прям, ну, зашибись. Ой, плохое слово сказала. Замечательно. Ладно, все, я закончила свой рассказ, надеюсь, вам было интересно и полезно. Ставьте лайк, пишите в комментариях вашу подборку топовых продуктов, их может быть не 10, может быть 3, которые вы прям заприметили в этом каталоге и будете на них всех ориентировать. Пишите обязательно обратную связь, я вам благодарна за внимание. Оставайтесь на нашем канале, нажимайте внизу на колокольчик под видео, чтобы получать оповещения о новых роликах. С вами была Лилия Донского, пока-пока.